Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем пересаживать фикус каучуконосный. Посмотрите, какой он вымахал длинный. Ну, мне таким его принесли. Кое-какие листики отвалились уже сами, пока он приживался в баночке. Поэтому пересаживать будем его аккуратно. Путем перевалки, не тревожа ком земли, переваливая вместе с землей. Так, что я тут вижу? Тут немножко у нас имеется опрелость такая на ножке. Это, скорее всего, грибок. Нам надо это дело учесть и пересадить его так, чтобы грунт быстро впитывал влагу. И таким образом это место у нас перестанет подгнивать стволик. А так он хорошо себя чувствует, выпустил уже раз, два листочка при мне. Ну и продолжает расти, вот у него макушка. Весна, пора. Итак, какой берем грунт? У меня имеется грунт следующий для хвойных и бонсай. Вот я его насыпаю. Он на основе торфа. Здесь написано, что он содержит. А также содержит питательные вещества. Азот, фосфор, калий. Кислотность 5,6. Для выращивания хвойных растений в комнатных условиях. Но поскольку у меня не хвойное растение, но все равно этот грунт нам пригодится. Очень деликатный такой мягонький грунт. Итак, вот у нас такой хороший рыхлый грунт. Я вижу, тут есть содержание песка. Это очень хорошо. Но я хочу добавить еще в грунт немножечко разрыхляющей субстанции, и это будет не агроперлит, а прямо грунт для орхидей. Ну, буквально немножко. Видите, тут торф, сосна, кора сосны. Пусть будет для того, чтобы разрыхлять немножечко эту почву, чтобы она была воздуха и влагопроницаема. А также возьмем еще, добавим сюда грунт. Вот так. У меня есть, конечно, горшочек поменьше, и сюда бы фикус вполне поместился. Может быть, сюда его пересадить. Но что-то мне подсказывает, что уж сажать так в стационарный горшок, но это большой. Для фикуса будет, видите, тут литра два. 2,2 литра. А это у нас 0,8 литра. Давайте-ка все же посадим его в этот горшочек. Не будем, так сказать, рисковать корневой системой и посадим все-таки его сюда. Грунт хорошенечко разминаем. Если в грунте находится микориза, то есть необходимые живые элементы, которые помогают растению усваивать полезные элементы, усваивать минеральные вещества из почвы, это очень будет хороший грунт. Итак, подсыпаем в наш горшочек. Так. И теперь будем вытаскивать наш фикус. Посмотрите-ка, что происходит. А происходит вот что. Корни только до половины горшка, и то я не уверена. А что тут в таком случае?
Тут, видите, у нас камушки и корневая система в глубину не проросла. Можно, конечно, и все-таки посмотреть, в чем дело, почему, что происходит. Но тут особо и не видно. Такое ощущение, как будто бы он вообще без корней. Но я не буду его тревожить, просто пересажу его. Вот сейчас и думаю, надо или не надо его вообще было беспокоить в таком случае. И вот этот большой горшок, поможет ли он фикусу прийти в себя? Несмотря ни на что, он все-таки растет. Не будем его сильно заглублять. Мне хочется вернуть его опять в стаканчик. Ну, потому что сами видите, что тут. Это даже не корешки. Все-таки верну я его в этот стаканчик. Сыплю сюда дренажику побольше, чтобы грунт не застаивался. Ну и вот так вот верну его в этот же стаканчик, потому что не видно, чтобы он пустил бы корневую систему в рост. Ну, просто не будем его сильно заглублять, чтобы стволик не загнивал. Так вот и оставим. Видите, иногда некоторым растениям... А вот откуда у него тогда листья растут, мне непонятно. Как он умудрился выпустить два листа, целых два листа? Ну, надо же. Ну все, дорогие мои, возвращаем на место. Вам возвращаю, как говорится, ваш портрет. И поставим его так, чтобы его никто уже не тревожил. Сюда наверх. Видите, тут можно поставить наверх стола. И здесь растения редко кто тревожит. И пусть он стоит и подрастает. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic, we're not all-